О ней нет сведений. С начала декабря пропала молодая челябинка. Жительница Калининского района города уже неделю не выходит на связь с родными и близкими. Девушку зовут Алина Абдрахманова. Ей 22 года. О ее местонахождении ничего не известно с 8 декабря. В день исчезновения была одета в длинную черную куртку с серым мехом, короткие темно-серые ботинки, такого же цвета шапку с надписью на красном фоне. С собой у девушки был небольшой черный рюкзак.